Обсудили актуальные проблемы отрасли. Глава региона Вячеслав Федорищев провел совещание с руководителями предприятия УПК Самарской области. Встреча прошла на заводе ОДК «Кузнецов». Основная задача – выработать системный подход и наладить взаимодействие, при котором правительство региона будет своевременно получать информацию о трудностях, возникающих на предприятиях Самарской области, и быстро их решать. Очень важно, что мы, уже проходя третий год специальной военной операции, каждое предприятие очень ответственно относится к тем задачам, которые ставятся военно-политическим руководством страны. И бесперебойная работа, ее обеспечение со стороны региона – это безусловный приоритет работы правительства Самарской области. Присутствовавший на совещании председатель Комитета Госдумы Российской Федерации по промышленности и торговле Владимир Гутенев поблагодарил представителей предприятий за выработку предложений по изменению федерального законодательства. Хочу поблагодарить представителей крупнейших предприятий, которые принимают участие в выработке предложений, которые мы реализуем через различные институты, различные инструменты, в том числе через профильный комитет по промышленности и торговле, через комиссию Госсовета по направлению промышленности, где Вячеслав Андреевич как заместитель формировал и оперативные, и стратегические задачи, и целый ряд инициатив. В условиях, когда высокая процентная ставка, в условиях конкуренции за кадровые ресурсы, мы, конечно, должны иметь возможность не только обеспечивать достойную зарплату, но и иметь возможность осуществлять перспективные НИРы, НИОКРы, готовить молодежь. И Самарская область здесь является, конечно, примером. Из 50 передовых инженерных школ 3 находятся в Самарской области. После рабочей поездки на ОДК «Кузнецов» в своем телеграм-канале глава региона написал, что в Самарской области может пройти форум инженера будущего. Команда самарского предприятия в 2024 году заняла на форуме инженеров первое место. Виктория Шарая, «События».